Сегодня начало плей-офф в ЖХЛ. Вот, посмотрите на главный трофей. И мы готовы прорекламировать лигу с Артемом. У нас к ней особое отношение. Безусловно, я родом из Воскресенска. И уже второй сезон в Воскресенске играет команда под названием 7-62. Поэтому мы с Дмитрием вместе очень внимательно следим за выступлением не только девушек из этого клуба. Да, я как начинающий тренер стажировался в 7-62. Сан Саныч Сырцов меня допустил к тренировкам. Поэтому буду особенно внимательно следить за выступлением этой команды. А мы сейчас будем смотреть не только на матче ЖХЛ, но и посмотрим третью игру в финале конференции.